Днем рождения, моя дорогая. Слышь, никогда не чувствует остроту. У меня же все горит от этого сумма. Кушай суши-бар. Мы поели суши. Вот, везем Тае и Яше с собой. И под дождем. У нас прогулка романтическая по европейским улочкам. Стандартам. Стандартам, да. Ой, я так обожралась, блин. Моя диета сегодня немножечко это... Чуть-чуть. Не в себе. Чуть-чуть, я сейчас снимаю. Да, шпильки-то в лапке. Да, ты мелькнул в лапке. Эли, как ты попал? Эй, ты на влог снимай.
А, вот так? Я пахну! Та-та. Та-та. Ой, Мэри! Леди Мэри! Дурка, выбрались в Минтеме, называется. Люблю тебя. Утро! Это мой видеовлог. Наконец-то взялась за него. Смотрите, какая красивая ресница нарастила. А я такое себе постарела. Нарастила волосы, чтоб тебе понравиться. Волосы на глазах нарастил. Потому что в машину не все влезают. И мы сегодня едем праздновать мой день рождения всей семьей. Плавать в бассейнах. Вот. Так что после родов первый раз в купальнике. Надеюсь, будет не так страшно. Давай спать. Давай, Савик, можешь теперь говорить. Всем привет, ребята, с вами Савик Тюб, и на канале, и дарю Оксю Шахколовач. Класс. И теперь мы идем на этот аквапарк, и потому что да, у нас такой, да, не понимаю, это я. Я родился в Украине, любился в дуплах. Ага, я поняла. Все, отлично, спасибо за интервью. Тихон Дмитриевич, чего вы плачете? Да, мы что, ждать никого не любим? Смотрите, какое красивое это село. Нет, не скажи, тетка наша. Поставили ребенка на пол. Нравится, тут такие шкафчики. Как пловцы, там переживалки. Пашу. О, привет! Джакузи. Территория тут идут своим. Идут своим детям. Штангами.
свободно. Ну ладно, тебе жарко, мы не пойдем. Ha ha ha!
шопинг, берем одинаковые вещи, которые нам сначала нравятся, а потом оказывается, что они нам не то. И мы ничего себе так и не купим. Что за бесплатное платье? Для кого? Стрекает тут время, у меня табака живут. Мне тоже позвонили вас, под ее. Что? Что мы выбрали? Я бы желала. Поехали. Нравится? Так, Паша. Кто-то будет еще кататься. Любить ли экстрима? О! О! Ha ha ha.